Итак, это номер 1517, пятый этаж. Вот. Здесь включается у нас свет. Замок включается прикладыванием браслета к двери. Покрытие пола ковролин. Это ванная комната, санузел, полотенце, умывальные принадлежности. Банные халаты. Здесь у нас спа-центр внизу, сауна финская и турецкий хамам, а также бассейн с подогревом. Душевая кабинка. Гардеробная. Гардеробная сушилка, вешалки. Здесь гладилка, постельное белье дополнительное, сейф, утюг, были тапочки. Ну и вот сама комната. Номер стандартный, двухместный. Для ребенка есть кресло, кровать мы уже расстелили. Матрас огромнейший. Тумбочка. Здесь холодильник. Здесь водичка. Чайные принадлежности. Свет понравился, как включается. Вот. Можно так, можно на стену. Плюс свет переходной. То есть здесь вот можно выключить. А здесь включить. Вот видите. Кондиционерная система. Вот она в коридоре. И балкон. Балкон большой, на балконе два кресла и столик. Вид, конечно, не на море жалко, но все равно красивый. Напротив строится еще один отель. Погодка дождливая. В общем, уютненький номер. Телевизор Samsung. Диагональ, наверное, 48. И много зеркал. Прикроватные две тумбочки. И столик еще один комнатный. Вот такая кроватка. Аккуратненько, ничего не грязно, чистенько. Как бы. Папа! Слушай, пойдем поснимаем Соньку на мастер-классе. Всем привет! Мы отдыхаем в Гранд Отель Анапа с таким чудесным видом на бассейн и море. Сейчас мы после вкусного обеда пойдем прогуляемся по набережной. Вот такую вот красоту сейчас на мастер-классе сделала Софиечка. Да, Софиечка? Да. Помаши ручкой. Роспись пряничка. Все. Спа-зона, раздевалка. И идем в хамам, в бассейн.
на ужин разные салаты. Роллы, суши. Завтра. Колбаски для бутербродиков. Хочется пробовать все, и овсянка. И овсянка. Кто-то, если захочет, хлопушки, хлеб. Антенна, берешь. Ну и как обычно, кофе, 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 соки. Thank you.
Расскажи о своих ощущениях. Друзья, ну вот мы провели 2 чудесных дня в замечательном отеле. Сегодня у нас вот такое вот завершение нашего отдыха в теплом бассейне на берегу моря с чудесным видом. Какая температура на улице? Температура на улице 6 градусов, но температура в бассейне 27 градусов. Очень комфортно, не холодно, абсолютно голова не мерзнет. Все хорошо. Людей купается много, даже с детками. Вон Софичка наша улыбается. Довольная. Да? Тихо. Тихо. Да, так что всем желаем хороших выходных и замечательного настроения, такого же, как и у нас.